Отмечаю одну тревожную тенденцию. Разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России в целях оптимизации экономики. Новый закон, который теперь есть в УК и УПК, позволяет брать заключенных уже на этапе СИЗО. То есть, я бы сказала так, на этапе снятия с теплого трупа. Вот труп еще теплый, тебя сняли, надели наручники, все, можешь записываться. Можешь записываться на войну, и все, можешь идти. То есть, тоже этот контингент до колонии не дойдет. Сотрудники все не дураки, они на фронт не хотят. Они как раз подписывают контракт на оккупированных территориях, занимаются строительством этих тюрем и занимаются пытками, собственно, украинских партизан и военнопленных на оккупированных территориях. Там на передовой они не хотят. Мы видим совершенно замечательное по темпам посадки среди сотрудников СИН. Загребают за все. Взятки, превышение служебных полномочий, мошенничество, все на свете. Они же тоже попадают в тюрьму, подписывают контракт, и вот теперь-то они уйдут на передовую, командуют заключенными.